Конечно, да. Хотелось бы избавиться от лишнего веса. Стоп. Формулировка «хотелось бы». Хочу избавиться. Хорошо, да. Я понял. Хочу избавиться от лишнего веса, который на протяжении долгого времени мне фактически мешает жить. Вот, как бы служит для меня препятствием. Хочется себя чувствовать, конечно, здоровым, полноценным человеком в нашей жизни. Вот. То есть ты себя сейчас не чувствуешь полноценным человеком? Ну, конечно, да, я. Так, хорошо. Как вот это ощущение «не чувствую себя полноценным человеком» вот у тебя выражается? Можешь сказать? Дискомфорт, как бы. Где дискомфорт? Тело. Так. Ощущение тела, ну, не те. То есть, получается, раньше, допустим, был легкий, энергичный. Сейчас, конечно, это совсем разные люди, получается, фактически. Угу. Ну. Хочется, конечно, ну, чтобы вес уменьшился, вот, чтобы била жизненная энергия ключом. Не, ну ключом бить не надо, конечно. Инвалидом станешь. Давай так, сейчас глазки закрой. Расслабься немножко, по телу пройдись, вот оно комфортно себя чувствует. Опусти внимание в центр груди. Так, хорошо. И найди себя того худого, вот там внутри себя, найди того, в котором ты себя чувствовал легко, энергично, полноценно. Ну, да, вижу. Где он находится? Покажи прям рукой, где он находится у тебя. Вот здесь, хорошо. Хорошо, что вокруг него происходит? Выше. Да, хорошо. Что вокруг него происходит? Ну, это как обращение, как бы, ну, я вспоминаю свои воспоминания в прошлом, как бы энергичный, вот сильный. Ты его сейчас видишь, этого человека. Да, жизнерадостный. Жизнерадостный. Что вокруг него происходит? Вот сейчас, что вокруг происходит? Ну, как бы нет никаких ограничений там, мешающих мне. Угу. Вот. Чувство радости, свободы, угу. Энергии, силы, вот такое, уверенности. Хорошо. Уверенности. Хорошо. Угу. Как он к тебе относится? Хорошо. Угу. Так. А ты к нему как относишься? Давай по ощущениям, не думай. Просто чувствуй, как ты чувствуешь к нему, какое отношение ты к нему чувствуешь? К телу? Вот к нему, тому худому. Ничего, да? Как бы нет, да, но... Угу. То есть он к тебе хорошо, а ты к нему ничего. Угу. А теперь сделай следующее. Ты подходишь к себе, вот тому худому, обнимаешь его и сливаешься вместе с ним. Ты и он одно целое. Прям чувствую, как происходит слияние. Ну да, я вижу как бы объятия, да. Так, ты видишь объятия. Ну, в смысле, что слились. Да, вместе. Вместе. Что поменялось по ощущениям? Ну, чувство радости. Да, хорошо. А теперь вот это ощущение себя худого, оно появилось?
не появилось. Появилась только радость. Да, эмоции все. Ага, эмоции. Так, 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 так. Вы слились вместе. Тело его и тело твое стало одним единым. Тебе стало радостно. Появилась какая-то энергия. Ну, я вижу себя, как будто я улыбаюсь. Но... Так, ты видишь себя со стороны. Нет, как будто, ну, я, ну, да, но я вижу себя, как будто, что я улыбаюсь, да. Ага. Не вот. Изнутри, а вот именно снаружи вот. Вижу, да. Вот, вот, снаружи не надо видеть себя, надо видеть себя изнутри, из района груди. Не надо выходить за пределы тела. Ну, да, получается. Ага. Угу. Что изменилось в теле? Намного чувствую себя моложе. Так. Ты чувствуешь свой другой вес? Друг, ну, сейчас который нет, там не чувствую. Не чувствуешь? Да, что чувствуешь себя моложе, что еще ты чувствуешь? Ну, всегда этот, улыбка, как бы вот эта жизненная радостность. А теперь ощути свое тело, которое есть у тебя здесь сейчас, пожалуйста. Вот таким, как оно есть сейчас, не со стороны. Есть, да? Конечно. Хорошо. И вот теперь ты в своей голове вот эти все лишние формы начинаешь потихонечку убирать из себя, снимать как рубашку. Одну рубашку снял, другой свитер, там тулупчик. И вот этот лишний вес таким образом ты постепенно снимаешь со своего тела. Вот снял одну рубашку, скажи об этом, снял, что снял, откуда снял, фиксируй, пожалуйста, рассказывай нам. Получается, уже снял несколько как бы с себя. Вот. Ну, просто тело приобретает как бы первоначальную форму. Да, хорошо, да, да, да. Вот снимай до тех пор, как листы с капусты, да? Снимай да. До тех пор, пока тело не приобретет вот ту форму, которую ты хочешь, о которой мечтаешь. Сейчас болевое ощущение в ноге как бы да, отозвалось. Хорошо, хорошо. Ну да, так получается, как бы, но... Ты себя со стороны видишь или изнутри? Ну, как бы сверху себя и со стороны. Нет, ты внутри себя. Ты вот как вот есть у тебя футболка, вот как ты снимаешь физически футболку, вот точно так же ты снимаешь лишнего себя с себя. Гораздо сложнее так получается. Нет, все просто, все очень просто. Ты берешь себя за низ живота, вот у тебя лишний вес, например, да? Ты берешь себя за низ живота и как футболку прям раз так через голову снимаешь всю эту фигню. Там лишний вес на попе берешь там и отстегиваешь как молнию, прям раз отстегнул шорты и снял, она отвалилась у тебя. Ну да, получается. Угу, хорошо. Там раз увидел тулупчик у тебя, да, лишний вес там на руках. Оторви эти рукава нафиг, скинь их, брось себя. Ну да, как бы странное дело. Угу. Ты видишь себя снаружи или изнутри? Изнутри, да. Да, хорошо. Какое ощущение внутри тебя появилось? Свобода. Свобода, хорошо. Спать хочется? Нет. Ну, хорошо. Что хочется сделать сейчас? Что просит тело? Что ему хочется сделать тело? Освободиться от этого. Какое-то движение хочется сделать? Ты уже освободился от этого. Так нет у тебя. Это все. Да, ты уже поснимал все эти рубашки. Какое движение тело хочется сделать?
Не хочешь никакого. Хорошо. Посмотри, твоя голова – это большая библиотека. Угу. В этой библиотеке стоит куча, огромная куча книг, каких-то там манускриптов, каких-то бумаг запыленных, папок там, всякого хлама. Угу. Вот представь себя, что ты находишься в голове вот в этой самой библиотеке. Угу. Увидел себя там, да? Только, пожалуйста, смотри на себя не со стороны, а как будто ты, вот ты по этой библиотеке ходишь. Угу. И вот теперь смотри, у тебя есть вопрос. Где находится та книга, в которой записано, что у тебя лишний вес? Найди эту книгу. Но я связываю это с ногой, как бы с травмой. Нет, подожди, ты не сейчас не связывай. Ты делай то, что тебе говорю. Вот есть книга, в которой записано правило, что Дима должен иметь вот такой лишний вес. По таким-то причинам. Вот эту книгу сейчас в этой библиотеке нужно найти. Не получается. Хорошо. Перед тобой стоит компьютер. Вот ты видишь монитор. Перед тобой там клавиатура лежит, да? Mm-hmm. И вот на этом компьютере куча всяких программ. Ты видишь, да, все эти шибзики там на рабочем столе, там стоят иконки, по которым ты определяешь, что вот это такая программа, это такая программа. Ты это сейчас видишь, да? Есть? Вижу, да. Угу, хорошо. Вот среди этих всех иконок есть иконка с названием Дима. Угу. Угу, вот ты запускаешь эту программу. Она разворачивается на мониторе, эта программа. И что ты видишь на мониторе? Что она занимает пространство. Так, она занимает пространство. А что ты видишь в этой программе по отношению к Диме? Ничего. Найди там кнопочку, которая обозначает вес Димы. Нашел? Точно нашел? Ну, нашел, да. Да, давай кликни по ней, по этой кнопочке. Там записан все твои размеры. Видишь размеры все твои? Угу. Там вот тельце твое нарисовано, там охват талии на этом тельце обозначен, рост, объем руки, бедер, все там обозначено про тебя. Все. Все параметры. Да? Вот найди на этой странице, где записаны эти параметры. Ну, я там как бы. Угу. Нашел, да? Угу. Нашел. А теперь исправь эти параметры на такие, какие тебе хочется. Только не злобство, не надо сразу 90, а вот у тебя там сейчас 170, поставь 120, например. Все-все-все параметры там. Повнимательнее, пожалуйста, отнесись к этому. И все поменяй. Хорошо. Получилось? Да, получается. Получилось. Вот теперь найди кнопочку «Сохранить». И сохрани. Так, теперь закрывай эту программу. Выключай компьютер. Все, вышел.
Хорошо, замечательно. Хорошо. А теперь, пожалуйста, обрати внимание на состояние своего тела. Какое оно? Ну, с желанием тяготею, конечно, к тому, что я как бы пытался с собой сделать. Вот, но ощущение сейчас как бы собственного тела. Так. Что-то в этом в собственном теле изменилось для тебя? Ну, желание измениться, конечно. Так, появилось. Очевидно, да. Ага. Совершенно очевидно и выглядит. Хорошо. Какое-то движение телом хочется сделать? Не знаю, там потянуться, почесаться, там, грохнуться головой в стену. Да, это. Сделай. Во, хорошо. И глубокий такой, глубокий от души вдох и выдох. Еще разок. Еще разок, вдох и выдох. Хорошо, и еще один, глубочайший совершенно. Хорошо. Угу. Внимание в центр груди. Фиксируем состояние тела. Называй, рассказывай, какое оно стало, что ты чувствуешь сейчас? Ну, размялся легкостью. Ага, легкость появилась, да? А, скажи, пожалуйста, а есть ощущение, что ты немножко в талии сдулся? Как еще раз? Поменьше стал в талии. Есть ощущение такое? Нет. Нет. Теперь хорошо. Не, я просто сейчас как бы себя комфортно чувствую. Хорошо, замечательно. Вот теперь смотри. Вставай, Дим. Встань, пожалуйста. Ты сейчас глазки закроешь. Вот прими положение примерно. Подожди, не закрывай пока. Прими положение стоя так, чтобы ты чувствовал себя удобно и комфортно. Да? Вот плечики расправь. Пошевелись немножко, там позвоночник чуть потяни. И когда закроешь глаза, ты прям физически, как будто себя начинаешь, вот прям руками, как будто себя начинаешь упаковывать в то тело, которое ты хочешь иметь. Понял, да? Угу. Вот ты прям руками вот так вот и начинаешь вгонять себя, вгонять. Прям вот сжимать, вот это все, ну, делаешь. Понял, да? Вот так вот. И вгоняю себя в это тело. Понял, да? Попробуй. Нет. Слово попробую забыть. Ты либо делаешь, либо не делаешь. Делаю. Вот сейчас закрываю глаза. Такая проточность в теле появляется. Вот она такая прям. Прям какая-то живость в теле идет. Прям вот там вот так бурлит, кипит, там бульки, шевелится чего-то. Прям так, ух, такая мурашка появляется. И такой... Капелька росы на позвоночнике. Тик-тик-тик-тик-тик. Такая влажность появилась. И вот теперь руками давай живот свой вминай до того состояния, которое ты хочешь в теле. Не стесняйся, давай. Вот. Гладь. Только, пожалуйста, с удовольствием. Вот. С улыбкой. Давай. Вот туда его. Вот туда. Вот, и руки, и бедра, попу, все, вот, свое тело, свое родное, которое мне хочется, вот этот лишний вес, он утрамбовывает, отлично, да, вот, так, что еще, так, что появилось в теле? Трудно сказать. Это вот просто чувствуй, Дим, вот просто чувствуй. Вот тело твое становится меньше. Оно меньше. Но оно такое же здоровое, оно такое же сильное, оно такое энергичное. Ух, мама не горюй. Да? Дыши.
вдох и выдох. Хорошо. И выдох. Выдох, 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 выдох. Вот. Отлично. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Дышу нормально. Угу. Теперь внимание так рассей по всему своему телу и, пожалуйста, отметь, что меняется. Что меняется в теле? Что нового появилось, непривычного? Ну, свет как будто разлилось что-то по мне. Так. Так. Ну, от вас чувствовал импульсы. Ага. Да? Вот. В этой области. Ага. Как бы думал об этом, а дыхание, через дыхание. Понравилось дышать. Как бы, ну, супер. Полной грудью и как будто от чего-то избавлялся при выдохе глубоко. Вот. Совершенно да. Правильное замечание. Понял, да? Да. То есть ты дышишь и с каждым выдохом вот это твое ненужное. И сейчас еще дыхание. Хочется даже. Давай, 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 дыши, дыши. Полным вдохом вдох. И выдох. Вдыхаем. И выдыхаем. Еще хочется? Давай, дыши, дыши. Еще. И выдох. Может, плечи разворачиваться начали. Давай. Еще. Как будто энергию впускаю. Отлично. Правильно. Все лишнее прочь. Думаю, достаточно. Хорошо. Хорошо. Что меняется в твоем теле? Ну, энергия разрывается. Угу. Ну, вот это тоже ощущение легкости появилось. Угу. И немножко такое легкое головокружение. Хорошо. Ну, это ну, от дыхания. Да, да, перебудка кислорода, это нормальная физиология. Угу. Хорошо. Теперь смотри. Твоя задача. Ты каждый вечер не ленись, дыши. Вот, я не знаю, у тебя есть фотография того времени, когда да. Ты такой стройный? Да. Да? Вот собой даже есть. Ну, не собой, в смысле, здесь. Да, хорошо. Ты эту фотографию, перед тем, как дышать, ты посмотри на эту фотографию, да? И закрой глаза и держи этот образ перед собой. И дыши всем телом прям. Вот вдыхай до невозможности и выдыхай до невозможности. Понял, да? Да. Но образ вот этого себя держи перед глазами. Держать себя, да. Да, понял, да? Хорошо. А теперь представь себе, даже глаза можно не закрывать. Представь себе, что ты кусок бешеной, хорошего в смысле бешеной энергии. Что ты такой... Такая труба, через которую проходит колоссальной мощности энергия. Представь себе это, да? Я и чувствую себя. Отлично, трубой. Хорошо, хорошо. И вот в этой трубе от тебя начинает потихонечку, капелька за капелькой, вот эти твои ненужные, нежеланные жировые прослойки, как капельки вверх, так и уходит. Давай, рисуй эту картину. Ты мощная труба, и вот это все лишнее от тебя по капельке. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Угу. Угу.
получается. Угу. Дышать хочется? Да. Дыши. Хорошо. Вот этот образ, ты труба энергии, вот эти капельки, они все остаются, ты их не убираешь, они остаются, ты просто открыл глаза и живешь как бы своей жизнью, да? А вот этот образ, он остался. Ты в любой момент можешь закрыть глаза и видеть, как вот это все от тебя отделяется. Пусть это будет всегда с тобой. До тех пор, пока ты скажешь «хватит». Хорошо? Вот, пожалуйста, не забывай этот образ. Труба. Колоссальная энергия, ты, и через тебя проходит энергия, и вот это вот лишние капельки, вот этого ненавистного жира твоего, да, они вверх вот так вот тик-тик-тик потихонечку вот капают, вверх капают, не вниз, а вверх, понял, да? А? И образ себя. Да, да, да. Понял, да? Угу. Обязательно, перед этим, как ты только начинаешь заниматься, образ себя и удерживай его. Вот увидел, что образ ушел, опять открывая глаза, посмотрел на себя и вперед. Понял, да? Uh-huh. Что изменилось в теле? Ну, в принципе, легкость также осталась. Так, еще что-нибудь появилось? Uh-huh. Все нормально. Как бы, ну, нормально, хорошо себя чувствую. Хорошо. Ну, глаза светятся, по крайней мере. Ну да, подышал постепенно. Хорошо. Ну, я тебе скажу это самое. У меня вот так стройка по спине-то бежит. Хорошо, мы сегодня на этом закончим. Угу. Твоя задача. Каждый день, вот ты пошел вечером в душ. Ты же по вечерам в душ ходишь, да? Вот ты пошел вечером в душ. Прежде чем залезть в душ, ты это все делаешь, а потом будешь. Угу. Вот это для тебя как зубы почистить. Все, понял. Понял, да? Угу. Хорошо. Пока все. Спасибо. На здоровье. Спасибо, ребята. Спасибо, Женя, большое. Вообще, энергии было столько, что мне дважды мигал аккумулятор насчет того, что он разрядился и снова начинал работать. Я даже пыталась поменять, думаю, ни хрена себе, такого у меня еще не было.